Октоподы, давай двинем точки сборки и превратимся в огромных осьминогов-аргонавтов, плавающих по небу, как по небесной тверди. Там протянешь мне свою особую левую руку между четвертой и второй, а я тебе свою, но ты захочешь нежно обнять меня за шею. А когда я кокетливо отстранюсь, то ты пошлешь мне вдогонку свой гектокотель, стрелу, наполненную жизнью. И я спрячу твой подарок за щекой, а потом, найдя укромную пещеру под самой твердью, нежно выслюню тысячи маленьких осьминожиков, до времени спящих в своих белых домиках. А мы с тобой провалимся сквозь небесную твердь в потусторонний мир, в глубокие нижние воды. Октоподы.